И всем привет, дорогие друзья, с вами канал ДМ, это уже четвертый дубль, потому что у меня мобизон что-то сломался. Вот, ладно, короче, сегодня ко мне подходит такой человек и говорит, то что, хей, слушай, я тут удалил свой канал и сделал новый только на компе, потому что с мобильного канала нельзя, в общем, нельзя получать деньги. Нельзя делать партнерку. Ну, я ему говорю, можно? Он говорит, нельзя. Я говорю, можно. Хоть я не хочу, чтобы кто-то драл деньги именно специально. Однако я помогу ему и всем нуждающимся. Так вот. Для этого нам нужно найти Chrome. Именно не Google, а именно Chrome. Потому что в Google это почему-то не работает. И заходим в видеохостинг YouTube. У вас будет сначала вот так вот. Но вы заходите вот сюда, вот эти, которые квадратиками сейчас желтым помечены. Три точки. И нажимаете версию для ПК. Вот. Вас перебрасывает на версию для ПК, соответственно. Вот. Тут всякие блогеры, которые я смотрю. Вот, нажимаем вот тоже, который черная точка. Три полоски черные, квадратиком черным вот положены. Вот. И вот нажимаем. Ну. Нажимаем. Вот. И нажимаем мой канал. Вот мой канал. Так вот. Сом смотрит на вас в душу. 34 подписчика. Где? 34. 3128 просмотров. Менеджер видео. Так, и вот, теперь заходим в менеджер видео. Кстати, вы не бойтесь, с ПК потом можно переброситься обратно на мобильную версию, поэтому нормально все. Вот, тут у нас всякие вот эти вот видео, и также тут есть этот значок, но он у нас появится не сразу, который доллар. Поэтому для этого нам нужно нажать на локализацию, нет, что-то не то, а, вот, канал. Вот сюда надо нажать. И тут у вас будет очень все много. Кстати, а как у меня насчет там? Авторских прав никаких не наружено. Так, и смотрите. У вас тут будет очень много всяких вот этих штук. Загрузка видео и редактор монетизация. Вам нужно найти монетизацию. Вот она. Вы нажимаете ее включить. Вот. И вот тогда нам нужно нажать создать аккаунт в определенной там программе. Нажимаете создать аккаунт. И вот ждете. Вот далее нажимаете. Вот не ори, пожалуйста. Сейчас, сейчас, погоди, я видео закончу делать. Так, вот тут нажимаете войти, создать аккаунт, ваш аккаунт, формация сайта, контактные, платежные данные. И все такое, но дальше вы, я думаю, разберетесь. Просто если я сейчас нажму, у меня тут придется аккаунт делать, и да, дальше уже что-то там. Дальше. Ну и вот. Ну, на этом все. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот, знаете, как это делать. Ну и всем пока, что ли.